Всем привет! Вы находитесь на канале Так Просто. Сегодня я хочу вам показать, как производится обрезка формирования куста самшита. Вот здесь у меня 4 кустика самшита. Их надо сформировать в такой красивый шарик. Сейчас как раз май месяц. Обычно я это делаю в июне месяце, но так как ранняя весна, они уже пообрастали, и их надо вовремя придать им форму круглую шара. У нас в данном случае шаровидный самшит. Можно делать и квадратик, можно делать и сердечко, кому как нравится. Есть фигурки делают. Вот, но у нас здесь полутень. В березках 4 шарика растут. Вот. Ножницы уже, конечно, вот старенькие, надо новые. Можжевельник. Это уже следующие кустики самшита. Здесь у нас их, конечно, было много. Вот здесь и вот там целый ряд. Но помогли 10 штук кустика у нас. Выкопали помощники. Это что-то засохший. Так, ну вот так вот можно постелить. Здесь более отросший кустик. Там в полутени, а здесь вот на солнышке. Очень много молодых побегов. И их надо убрать. Эти побеги, даже если брать их побольше, отрезать. Я так попробую. Вот такую вот штучку. Ее даже можно укоренить. Оборвать вот эти листочки и укоренять. Мы пробовали, все это хорошо работает, укореняется. Но нам укоренять его не надо. Вот так я стригу на ткань. Взяла мешок в данном случае, чтобы потом сразу его вынести. Чтобы на огороде эти листики не были. Так, переходим. Можно сверху идти вниз, как кому удобно. Так. А вот еще у нас есть такая клумбочка. Мы ее подсмотрели, были, отдыхали в Крыму, и там очень понравилась такая клумба, и внутри красивые розы. И ее тоже надо привести в порядок. Мы ее посадили очень близко, где-то сантиметров 15 или 20 кустик. Брали совсем маленькие кустики, покупали. Вот, и садили очень близко. Вот эти вот такие вот кустики хорошо. Сейчас я одену перчатки, поставлю на паузу. Вот. Так, а еще вот у нас есть тут большие такие веточки. О, беру вот такие. О, вот. Вот такие веточки. Их можно прекрасно укоренять. Конечно, они будут дольше расти, чем побольше, если брать. Вот, вот с таких веточек можно укоренить, и они прекрасно приживутся. В землю, прохладное темное место, ну, 18-17 градусов, в тенечек, и будет расти. Ну, мы, может, даже отложим, пока постригу, отложим, может, и сделаем. Но нам пока... Ранее я видетку я снимала, можете зайти по ссылочке и посмотреть, как укоренить самшит. Пока не надо. Мы самшит тоже немножко брызгали водоэмульсионкой, чтобы... не повыкапывали его. Вот здесь вот хорошие веточки можно. Вот. Вначале можно пройтись, обрезку сделать по верху. О, какие хорошие веточки прям просятся на укоренение. О, вымахали. Единственное, что у нас вот розы тут совсем уже перевелись. Или вымерзли, или еще тут надо уже розы пересаживать будет. Так режу, чтобы можно было укоренить. Дома укореним, уже приедем. И можно будет потом посадить, укоренить и сделать уже следующую клумбочку в другом месте. Мы брали больше, сантиметров 20 мы брали. Так, ну вот. Ну, короче, вначале мы проходим поверху, вот так вот стрижем, делаем стрижечку поверху. Не жалея, но все хорошо пойдет расти. Потом берем и вот так вот пошли. Уже у нас помидорки растут. Вот так. Вот, присели и пошли стричь. Записки играется клиент. И пошли вот так. Раза два за лето, а то может быть и три, можно прекрасно постричь и придать красивую пышную форму. Постригли мы с этой стороны. И потом уже надо залезть вовнутрь. И точно так же
так я на этой стороне покажу. Вот там не очень запущено. И так же само равняем и с этой стороны. Парить. Так, ну все. Наверное, все-таки будет дождь, потому что парить. Так, ну все, всем пока. Вот так вот производится, вот так вот. Очень легко и просто, да? Да, без травмы.